Так, мы продолжаем 9 уровень. Так, с чего начнем? Начнем отсюда. Здесь под полочкой у нас буйвол, павлин, слон, обезьяна. Теперь комод. Буйвол, павлин, слон, обезьяна. Так, забираем две головы. И здесь у нас есть куклы. Первая кукла сюда голову и смотрим на рисунок. Что нам нужно сделать? Так. Так же, наверное. Так. Вроде правильно. Так, есть первая готова. Получается вот такая фигурка у нас. Теперь вторая. Ставим голову сюда, 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 вот так. Так. Так, не так. Так, так. С руками, видимо, что-то не то. Ага. Это надо поближе прижать. Есть. Все, фигурки мы все выставили как надо. Дальше нам нужен... Что нам нужен? Шкатулку надо открыть. Так, шкатулка у нас вот здесь. Вот рисунок. Первый, второй, третий и четвертый. Так, здесь типа короны, здесь цветок, здесь длинная расческа, типа осьминога. Погнали. Так, здесь оставляем, здесь цветок, расческа и кальмарчик. Есть, забираем кинжал и срезаем бутон вот отсюда. Так, есть, теперь этот бутон нужно сюда прикрепить. Готово. Так, забираем жемчуг. И поиграем в мини-игру. Готово. Так, забираем ключик и выбираемся отсюда. 9-й уровень пройден. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо.